Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть за Византию. Мы почти объединили Римскую империю, но у нас все еще остаются некоторые, скажем так, проблемы. И чуть осталось нам с Францией, тут самая малость. Но самая большая наша проблема с тем, что у нас кончаются ресурсы, по крайней мере, людские, но снаряжение на самом деле тоже. А при этом фронт с Россией еще не так далеко продвинулся, и вот это вот окружение большое, оно, конечно, прекрасное, но его еще надо ликвидировать. А значит, нам нужно сейчас как-то реорганизовывать наши войска. Что я могу на это сказать? Давайте это и сделаем. Во-первых, наверное, нам придется распустить какую-то армию. Я думал насчет вот этой армии, потому что она не очень подготовлена, но я понимаю, что эту армию лучше здесь оставить. Но здесь есть вот эта армия, у которой боеспособность крайне низкая. И вот эта армия. Я бы, наверное, распустил вот эту, потому что у нее как бы меньше опыта, меньше снаряжения. У этих хотя бы тут много у кого есть регулярные, вот это все. Так что я думаю, мы именно ее и распустим. Тут тоже, кстати говоря, очень много потерь. Ну что ж, давайте сделаем так. Мобилизуется у нас все еще население, но слишком медленно. Более того, нам придется, я думаю, сделать вот так. 25 тысяч людских ресурсов сюда. И я предполагаю, что даже уже вот так. Как-то так мы сократим наши расходы людских ресурсов. Немножко подосвободили, сейчас заполнится. Гарнизон у нас 360 тысяч каким-то образом. Давайте, может, нам какие-то марионетки, нет, не хотят подавать. Блин, было бы очень приятно, если бы тут ребята подавали. О, кто-то дал. Короче говоря, ищем людские ресурсы. 60 тысяч, приятно. Ищем людские ресурсы и... 1.28. О, это то, что нам надо. И теперь занимаемся вот этим фронтом. Потому что здесь он уже соединяется, но, конечно же, мы этого не дадим им сделать. Как бы фронт, очевидно, мы не дадим объединить и из окружения выйти. Но, тем не менее, они будут очень пытаться. И это значит, что нам нужно сейчас как-то потихоньку его побыстрее сжимать. Поехали. Ну и да, слава богу, теперь видите, ух, как быстро они уходят в войска. Но это логично, потому что у нас нехватка примерно 0,2 миллиона. Было, по-моему, 0,4 с вот этой вот армией. Теперь 0,2. И очень важно сейчас здесь тоже как-то что-то с армиями сделать, потому что они стоят, ну, просто в отвратительном порядке. Здесь все эти фронты сломанные. Поэтому все удаляем, и сейчас будем что-то делать по-новому, я думаю. Ну и нечто вот такое мы делаем здесь. Две армии здесь немножко реорганизовали, здесь тоже. Пробуем побыстрее занять позиции. Французская республика, кстати говоря, капнула уже. Приятная новость. Это я вот здесь вот у них Аран забрал, и, видимо, этого хватило. Кстати говоря, насчет этого. Мы-то скоро сможем, я думаю, с Британией замириться. Нам нужно только вот это все захватить. И, скорее всего, этого хватит на мир с Британией. И меня это устроит более чем, как бы. Хотя, с одной стороны, да, с другой стороны, а мне, в принципе, это пофиг. А, подожди, Россия. Ну, Россия же не в Антанте. Россия в Антанте. Поэтому у меня мир только с Канадой есть, а не с Россией. Окей, все тогда стало намного логичнее. Когда мирного решения реально не будет, и нам нужно до финального, так сказать, долбиться с ними. В принципе, нам не привыкать, да, окей, но хотелось замириться, мира не будет. Окей. Окей, и нам нужно сюда как-то высадиться тоже. Так, приятно, когда людские ресурсы появились. Это точно не связано с тем, что я распустил целую армию. Ну, здесь тоже есть некоторые проблемы. Но мы с ними тоже как-то боремся потихоньку. Нормально. Авиация тоже здесь немножко я реорганизую. Вроде в хорошую сторону. Ну и пока войска не наступают, я просто занимаю ими фронт. Потому что, ну да, мне нужно, черт возьми, как-то стабилизировать все. Иначе будет неприятно. Ну и можно кое-где ручками потихоньку этот фронт пытаться сжимать. Допустим, вот здесь вот мы можем вполне себе как-то фронт сделать поуже, добив вот до сюда. Здесь ставь одну дивизию. И нам не нужно прикрывать целый такой будет длинный фронт. Здесь тоже. Ликвидируем вот здесь все. И потихоньку поджимаем здесь, где можем. Ну да, как-то мы давим их с востока, и это вообще неплохо получается у нас. И у нас здесь очень уверенный теперь фронт есть. Кстати говоря, что самое главное, я теперь не боюсь за восточный фронт. Здесь как бы все окей. Южный там все сыпется больше и больше. Но там наши марионетки, поэтому он и сыпется. И Марокко почти добито. Кстати говоря, тоже очень важная тема. Марокко капнет, у нас эта армия почти что освободится на самом деле. Так вот, и они все уходят на запад. И в целом это даже неплохая новость, то, что они прошли вот сюда вот, к вот этому вот региону морскому. Потому что теперь
сюда будет двигаться снабжение, и кто-то, возможно, будет пытаться уехать. А все море контролируем мы. Соответственно, это просто корабли, которые мы теперь можем топить. Здесь, я думаю, мы, кстати говоря, все еще должны оставить какой-то флот. Но в целом, очень много именно здесь вот мы теперь будем топить корабли, которые здесь никогда до этого не бывали. А вот и Галиция Лодомерия сдалась, вообще, кстати говоря, неплохо. Каждая капитуляция, как я и говорил, это нам в плюс. А вот, видите, освободились новые территории. И меньше дивизий здесь стало, скорее всего. Значит, нужно бежать их занимать новые провинции, которые сейчас, кстати говоря, без присмотра. Почему вы не можете пройти здесь? Хороший вопрос, кстати. Тем не менее, мы теперь можем поактивнее пушить. И да, по-моему, кто-то все-таки пытается. Может, кто-то прибывает тоже, кстати говоря. Но, как я и сказал, любые коммуникации здесь теперь мы топим. Вот, к примеру, как вы можете видеть, здесь мы кучу всего потопили. Скорее всего, здесь какая-то армия передвигалась. И поэтому я только за, если они будут пытаться. А вот Марокко капитулировала и Венгрия капитулировала. Это, кстати говоря, реально очень две важные победы, как я и говорил. Марокко теперь будет проще, и здесь еще меньше дивизий стало. Правда, у нас какие-то дивизии оказались окружены. Но в целом, видите, 1-2 дивизии в среднем. Хотя раньше было где-то 3-4, я бы сказал, на одну провку. У нас теперь намного больше шансов как-то с этим окружением справиться. И да, прям намного-намного проще стало. Опять-таки, скорее всего, в этом еще и это вот эвакуация войск каких-то повлияла на это, да? Потери у них неплохо так возросли. С другой стороны, и, в принципе, и пассивно здесь растут, потому что Россия здесь нападает. Здесь у нас очень жестокие бои происходят, конечно, в этом окружении. Мы снова отрезали от порта. И я думаю, в этот раз они уже не смогут пройти обратно. Отлично. А вот окружение начинает делиться на такие мешки, так сказать, поменьше. Отлично. Здесь мы что-то ликвидируем. Здесь наши две дивизии скоро, походу, ликвидируют. Но в целом, успехи уверенные. Я вот думаю, этой армии все-таки добивать вот здесь вот всякую эту мелочь. Либо уже ее отвести просто куда-то в другую сторону. И в целом, наверное, стоит ее, наверное, отвести. Все-таки здесь не так много войск осталось. Я не думаю, что они смогут представить нам какую-то угрозу. Вот, если говорить, видите, вот да, войска движутся. Я говорил, они зашли, так сказать, в ловушку Джокера, так называемую. А мы, наверное, не знаю, сюда можем в теории, либо вот сюда. Наверное, все-таки бы Восточный фронт, вот этот вот, ну, Ближний Восточный фронт попробовал бы спасти, поэтому давайте мы отправляемся туда. Нормально. Ну и еще, наверное, все же какие-то дивизии я отправлю вот сюда. Надо ликвидировать, я думаю, здесь их базы. Заберемся Мальту, заберемся Сардинию, Корсику. Снова Корсику, да. И после чего уже Средиземное море будет, наверное, полностью спокойным, потому что туда нельзя будет никак попасть. Мы контролируем оба прохода туда. Кстати говоря, смотрите, сколько здесь каких-то кораблей. Видимо, все, ловушки оказались. Ну, мы сейчас и зачистим подлодками здесь все как раз. И тут вот тоже, видите, какие-то корабли ехали. Как я говорил, скорее всего, это реально эвакуация войск. Потому что до этого такого количества конвоев ни здесь не было. Потери растут очень быстро тоже. С другой стороны, мы здесь тоже начинаем их окружать. Короче говоря, можно потихоньку-потихоньку вздыхать более спокойно. Потому что мы все наши проблемы основные как бы убираем, либо минимизируем. И, кстати говоря, с авиацией тоже теперь стало чуть-чуть попроще. Во-первых, региона стало два всего основных. А во-вторых, мы за это время смогли чуть-чуть подкопить. В целом-то мы размениваемся плюс-минус в плюс. Но все еще очень тяжко, потому что у нас тяжелые истребители, и они очень дорогие. И тут Чехословакия вернулась из территории, но это ненадолго. И тут червяки вот эти вот пускаются, отвратительные. Ну, сейчас мы с ними, я думаю, как раз разберемся. Но, конечно, максимально отвратительно. И пока эти войска идут на восток, здесь мы совершаем высадку как раз-таки на Мальту. И надо сюда, наверное, так мигнуть флотом, чтобы получше высадиться. И здесь куча конвоев опять-таки топим. Они уже отсюда сбежать не могут. И без авиации здесь, кстати, реально были бы, скорее всего, проблемы. Но у нас она есть. А значит, мы спокойно забираем Мальту. Прекрасно. Так, падение Вены, хотя, мне кажется, она и до этого тоже падала. Тем не менее, наши войска сейчас должны заставить Австрию капитулировать, и останется тут реально только Чехия. Ну, Чехословакия официально, но по факту понятно, что там остается только Чехия. Да, Австрия кап. Тут мы тоже сейчас
Добьем небольшое окружение. Уже 2,5 миллиона здесь потерь. У нас они тоже не маленькие, я вам скажу. И так как по-нормальному здесь уже не нарисовать никакие эти, то мы делаем просто вот так. Ну типа, ну а что? А как еще мне здесь сделать нормальный фронт? Никак, пускай как-то все куда-то станут. В принципе, здесь, кстати говоря, осталось реально не так много войск уже, потому что большая часть российских войск там и повайпали, там-сям. Решения они не должны получать, хотя каким-то образом получают, видимо, потому что это их марионетки, поэтому какое-то магическое снабжение там есть или что, я не знаю, ну, что... Почему они полные? Хороший вопрос. Но самое главное, новые идеи здесь точно никак не появляются. А потихоньку мы их вайпаем. И союзников их мы капитулируем. Из чего исходит, что фронт все меньше и меньше заполнен. Тут остались уже буквально какие-то осколки российской армии и каких-то марионеток. На востоке тоже кое-какая армия собрана защищаться, но по факту мы бы уже могли идти на восток. Мы не делаем это только потому, что ну, мы, очевидно, хотим сначала ликвидировать здесь все и освободить армии. И уже полноценным, так сказать, кулаком идти в самый туз России. Я думаю, нужно здесь просто галочки вот так вот, пускай они атакуют. Здесь тоже, кстати говоря, мы готовы высаживаться. Давайте это сделаем. Мы не можем. А, подготовка вторая еще не завершена, тогда подождем. А вот теперь готово, высадка начинается. И мы крадем вот отсюда авиацию, я думаю. Тоже помочь здесь в высадке. Потому что, ну, очевидно, это очень важно, побыстрее все сделать. А авиация, очевидно, очень сильно помогает. И, кстати говоря, тут еще есть крит. Давайте до него тоже сделаем КП. Зачистим уже полностью Средиземное море, сделаем его реально полноценно внутренним. А здесь остается буквально ничего. Пыль. Уже осталось от армии здесь. Там какие-то войны, что-то меняется. Но по факту, я думаю, просто там по альянсам что-то оттусуется. Здесь, кстати говоря, почти капнуло Бирме. Это приятные новости для нас на самом деле. И я здесь провалил высадку, я вижу, я не обратил внимания, надо было глянуть, на самом деле, что-то происходит, возможно, флотом будет помочь. Но, как провалилось, готовим новую, там я уже посмотрю, что не так пошло. И вот последние войска закрылись в Праге, и начинается штурм. Когда пыль уляжется, мы сможем дохнуть спокойно. Да. Наконец-таки на Балканах спокойно. И теперь уже мы можем взять... И сделать вот такой вот прекрасный приказ. Мы готовы начать финальный бой, финальное наступление. И завершить эту невероятно кровавую войну. Потому что, да, потери здесь просто, ну, колоссальные. Посмотрите на это. России, конечно, все еще плевать. Там расширенный призыв 9 миллионов. Но, тем не менее, урон все равно есть. Снаряжения им тоже начинает не хватать. И это приятно. Потому что иначе было бы вообще неприятно. Потому что мне не хватает и снаряжения, и людей. Если бы у них и того хватало, было бы совсем грустно, но нет. Какие-то все-таки у них проблемы тоже имеются. Итак, еще раз пробуем высадиться. Авиация точно поможет. И смотрим, что же там пошло не так. Может, там 10 тяжелых танков стоит? Сейчас мы это узнаем. Момент истины. Да нет, там один конь стоит в поле. Как говорится, один конь в поле не воин, ну вот он и проиграл. Странно. А почему мы не смогли этого коня победить в прошлый раз? Хороший вопрос. Так-то очевидно, что мы его побеждаем еще и под авиацией. Мы бы и без авиации, наверное, этого коня победили. Вау. Я ждал реально что-то намного страшнее. Теперь давайте я распределю, пожалуй, авиацию по своим генералам. Пускай теперь они занимаются, кому что там нужно. И да, наконец-таки мы сможем отдохнуть. Еще я такой подумал, блин, у нас тут на самом деле имеется еще авиация, вот эта вот, всякая фигня, которую мы позахватывали. Давайте передадим на Ближний Восток. Понятно, что это не идеальная авиация, но тем не менее. Еще есть какие-то самолеты, которые ничего не могут, их мы удалим. Все остальное может. Как я сказал, это так себе, но здесь, в условиях, когда вообще ничего нету, то это будет хотя бы чем-то. И мы добиваем, да? Это очень странные мувы происходят. Они решили вместо того, чтобы дойти, передислоцироваться. Допустим. После этого останется забрать только крит. Вообще, какие-то расходы снаряжения на самом деле неадекватные. Если так вот посмотреть и подумать. У меня минус 25 тысяч. И у меня постоянно не хватает именно в гарнизоны.
Так, гарнизоны у меня очень большие, потому что я тут купирую очень много, но тем не менее, пехотка улетает просто какими-то безумными цифрами. Вообще, блин, Румынии нужно 170 тысяч. Что-то очень странное. И по расходам остального снаряжения, которое мы производим, господи, ну посмотрите, в каких количествах. Мы все еще в минуса уходим. То есть, как будто у нас гарнизонные дивизии, это как раз-таки обычные пехотные дивизии. Но нет, там стоят обычные кони. То есть как-то, не знаю, на мой взгляд, необычно большие расходы и потери. Ну, ладно. Может, это и правда так. А мы доделываем последний колобок. После чего у нас будет фулл сотрудничество и очень, очень жестко это ударит по лимиту капитуляции. Уже у России, если что, 25% капитуляции. Хотя мы забрали примерно ничего. Так что то ли еще будет. Тут, кстати говоря, не так мало у войск у России. Что, тем более марионетки ничего здесь не делают, как и здесь, АФК. Нам Марокко и Францию здесь вот мне, в принципе, плевать. Мне самое главное Россию здесь победить. Можем бить войну Криту. Давайте это и сделаем. Может поедешь? А, один день. Хорошо, ладно. А нам бы сюда какую-то авиацию украсть. Давайте так и сделаем, допустим, вот так. И после этого Средиземноморье станет полноценно внутренним, и можно сказать, что мы объединили Священную Римскую империю. Только вот с этим надо будет разобраться немножко. Так, тут неплохие гарнизоны. Три пехотные дивизии, это не один конь. Более, так сказать, да. Но, тем не менее, все равно под авиацией мы, конечно же, побеждаем. После чего отправляемся добивать выживших. И забираем себе Крит. Достаточно просто. У нас, кстати говоря, теперь разблокируется фокус. Да, только надо, чтобы все регионы были под нашим контролем. Но все еще производство авиации, очевидно, мне повыгоднее будет. Ну и что, мы наконец-таки готовы. Мы кое-как восполнили все свои потери. Конечно, не идеально, у нас все еще минуса. И все еще дивизии не полностью заполнены. Но как минимум у нас здесь есть какая-то авиация. Кстати говоря, не так-то ее и много, честно. Я бы, конечно, хотел побольше. Но что есть, то, как говорится, есть. Больше не будет. Это все, что у нас имеется. И да. Так что нападаем с чем есть. Что есть. Все зелененькое, потому что у России здесь просто уже не хватает дивизии. Я думаю, мы достаточно уверенно будем идти и дальше. В идеале нам бы дождаться вот этого, конечно. Но я думаю, пока мы дойдем, как раз таки и сделаем. Итак, падение Киева. Начинается потихоньку падение, в принципе, всей Российской империи. Я думаю, будет достаточно быстро. Потому что, как я и говорил, войск там мало. Лимит капитуляции снижен. И мы реально дойдем просто, я думаю, до Питера, до Москвы, и она должна капнуть. Нам даже не придется, как обычно, идти до Екатерина... Дара? Бург. Ладно. Поддержка войны, да, вот она низковатая. Кстати, еще, я думаю, вот здесь вот можно почти что игнорировать этот фронт. То есть, когда Россия капнет, то здесь все сразу станет хорошо, так что можно сюда просто оставить войска на такую защиту некоторую. Более, я думаю, нам не нужен здесь войск. Как бы здесь как-то они держатся потихоньку, тут плевать, Россия капнет, станет в 10 раз проще. В итоге до огнеметных танков мы так и не дошли. Короче говоря, это была супер дорогая авантюра, которую там мы никак не реализовали. А бывает. Не то чтобы вундерваффе в Германии не делали под конец войны. И у меня какой-то подлаг очень жесткий. Это капитуляция уже. Я даже не дошел, мне кажется, по ней Москвы, но это, по-моему, пост. Да, смотрите, где мои войска. Я даже не дошел до Москвы и Петербурга. А уже кап. Как, это было приятно, блин. На самом деле, вот это вот зарешало по жести. И это еще было не финальное, так сказать, подчинение. То есть там еще несколько раз можно было повысить. Ну, как несколько раз один. То есть в теории она могла бы капнуть еще быстрее. Ребята, не... Ну, по крайней мере, в ваниле. И в модах, которые не, это, не меняют никак это. Не ленитесь делать колобки. Они намного упрощают войны. Просто вот я даже не дошел... Блин, вообще на самом деле даже странно как-то. А, вот так да было. Окей. На самом деле даже очень странно, что это так сработало, но... Кто я такой, чтобы на это бухтеть? Ну что, нам теперь остается просто Марокко капнуть, и в принципе мы едины. Честь, это война с Канадой, но мне в целом плевать на эту Канаду. Как бы мы бы потребовали мира, но у нас какие-то регионы не под нашим контролем, наверное. Даже не так, кстати говоря, какие здесь что-то. Как будто.
Все, если мы здесь зачистим, все, мы как бы замиримся с ними. Но, честно, ребята, я просто уже израсходовал все свои моральные ресурсы, борясь с вот этим окружением, с нехваткой всего. Так что я думаю, я здесь уже и завершу. Как бы. Мы технически капнули и Марокко, и Францию здесь. Это нам просто какие-то микровойска остались, и вот они пушат обратно. Но по факту, эту территорию мы уже заставили капитулировать и взяли под свой контроль. Как и здесь все. Так что я считаю, что миссия закончена. Успешно причем. Что, ребят, с вами был Добгай. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Лайк, комментарии, тыщи дискорд, ребят. И до скорых встреч. Пока.